В общем, купил два таких девайса на 8 гигабайт оперативка Radeon. И MX 500 крушал на 2 терабайта. Сейчас буду устанавливать ноутбук. Мой Xiaomi 5. Так, вот они внутренности ноутбука. Стоит тут 240 гигабайт. SATA SSD. Сюда будем ставить на 2,5 дюйма. Сейчас распечатаю, посмотрю. Я так не могу понять, где здесь процессор. То ли здесь, то ли здесь. Но похоже, он здесь припаянный, он несъемный. Сейчас будем распечатывать вот эту коробочку. За 2 года использования ноутбук запылился, конечно, запылился. Сейчас пылесос еще надо взять. Пропылесосить вентилятором весь в пыли. Вот такой здесь десочек. Пластиковой коробочки с инструкцией. Такой вот. Все очень так цивильненько. И такая вот рамочка посторонним скотчем. Но мне тут она, наверное, никак не подойдет. Вот. Сейчас поставлю. Так, ну пока все стало прекрасно. В принципе, эту рамочку я наклеил сюда. Если вот эту петельку немножко пришлось приподнять. Она слишком сильно загнулась под очень острым углом. Вот, память вставил. Посмотрим. Ну, в общем-то, прошелся пылесосом. Вентилятор весь был в пыли, облеплен. Сейчас почище стал. Где артерная решетка? Но так и не понял, где тут процессор сам. Кто знает, подскажите, пожалуйста. Ну, в общем-то, все заработало. То есть с помощью утилиты управления дисками можно в интернете посмотреть, как сделать. Добавляем новый тон, в том числе, ну, соответственно, да. Но, к сожалению, вместо 2 заявленных терабайт не хватает 140 гигабайт. Так что так. И вуаля, появился вот второй диск. Ура!